Сильные дожди затопили улицы аргентинского города Ла-Плата. В связи с неблагоприятными погодными условиями один из муниципалитетов ввел оранжевый уровень опасности. Затоплены дома жителей, испорчена мебель и предметы домашнего обихода. От непогоды пострадал международный аэропорт Буэнос-Айреса, метрополитен. Отменены десятки рейсов, в некоторых районах приостановлено железнодорожное сообщение. Власти следят за ситуацией и при необходимости направляют помощь в пострадавшие районы.